Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их биографией. Анна Ли Мерит, американская художница-портретистка, родилась в Филадельфии 13 сентября 1844 года в штат Пенсильвания в зажиточной семье квакеров, была старшей из 6 детей. С детства интересовалась искусством и живописью, брала уроки у частных преподавателей. Также изучала анатомию в женском медицинском колледже в Пенсильвании. В 1865 году вместе с семьей переехала в Европу, где брала уроки у Стефана Усси, Леона Канье и Альфонса Легро. В 1870 году семья переехала в Лондон, спасаясь от начавшейся франко-прусской войны. Здесь Анна встретила своего будущего мужа и учителя Генри Мерит, художника, критика и реставратора. Их брак был недолгим. Генри Мерит умер через 3 месяца после свадьбы. До конца жизни художница не вступала в брак и никогда не имела детей. В память о муже она издала сборник его статей, иллюстрированных ее гравюрами. До конца жизни жила в Англии, часто посещала США. Ее работы вставлялись в обеих стран. Художница известна своими картинами на литературные, религиозные и мифологические темы. Основную часть ее творчества занимает портрет. Самая известная ее картина «Запертая любовь», написана в память о муже. Это первая написанная женщиной картина, которую приобрела Королевская академия художеств. Анна Ли Мерит ушла из жизни 5 апреля 1930 года, умерла в графстве Гемшир. Вот такие данные, из переводной Википедии, небольшие, о американской художнице-портретисте Анне Ли Мерит. Пока-пока, до свидания.